Снова всем привет, ребят. Испытание телефона от компании Lego T5 на игрушки. Я думаю, что будет интересно, что все интересовались таким телефоном. И голосование все-таки, скажем так, показало, что всех интересует такой телефон, что включается, в куда и как. Чистим систему, чтобы все чисто было, что видите, сколько хлама включено. Но в чем прикол? Включается все и есть. И, конечно же, аккумулятор есть. Включили и стартуем из первой игрушки. Ждем, что включилось. Давайте чуть звук может сделать. Включится или нет. Включился. Ждем. Пишется, что грузится игра. Пока что думает, я температуру сразу гляну. Что же покажется? 34-35 градусов. В принципе, вполне терпимо, что кто вот не в курсе, потому что в телефон идет 464 и естественно же оказалась куча МТКшка у нас 67-55 по-моему, да? Или нет? Что пишите в комментариях, что я честно говоря, столько куча этих телефонов, что я иногда куча путаюсь с ними всеми. Так, и что включается игрушка, что первый раз. Так, у нас есть объяснение. Опа. Включаем, и куда-то чувак текает. Навигейшн. Мочи! Или нет? Ого. Давай рубай его сразу. Нифига себе. Вот это круто, да? Что, ребят, я вам скажу, знаете, сейчас смотрится все симпатично и красивенько. Кстати, вполне красиво. Что динамика игры, что все так, знаете, первое впечатление, что все супер. Мочи. Что? Давай, что, стреляй хоть что-нибудь еще. Фу-фу-фу-фу-фу. Есть. Закосили. Только текста. Но так, я. Ждем, что там что-то. Они пока общаются, трендят между собой. Ага. Ура! Корабль, бежим. Так, и думаю, здесь будет ждать нас сюрприз, ребят. Или нет? We must. А сейчас, я так думаю, что кто-то что пишет нам. Ага. Есть. Нажимаем. И что дальше? Все бегают по кругу. Ура! Бежим сюда пока. Ой, какой толстый кабанчик. Я сейчас думаю, сейчас еще чуть-чуть, чтобы вломим ему. Да бежите, сколько текста. Ха-ха. Сейчас я вломлю тебе. Мочи. Так, ребят, я знаете, что я увидел? Ну что все так чуть-чуть туговато идет. Мочи! Давай, ты можешь. Ого! Да, ребята, вот видите, оказалось это кое-что. Супер! Опять где-то бежим. Да бежи уже давай. Что ты? Что думает? 3 часа, как всегда. Что не меняется. В чем плюс, что экран классный идет, и цвета, и красивые оказались, и яркие еще, ребят. Что первое впечатление, что, что все круто сделано, и игрушка идет комфортно и не тормозит абсолютно. Стрелять, стреляй, бодро. Ой-ой-ой. Мочи!
Не, знаете, я вам скажу, ну, симпатично все смотрится, и динамика игры, и что, в принципе, ого, на! Вот это влепил в работу. Все. Tap to next object. Да бежишь давай уже. Там еще какие-то чуваки. Ну и? Хая! Супер! Еще чуть-чуть, и мы добежим. Так, ребят, ну я думаю, что все игрушку, ну, сейчас увидели, все симпатично и красиво сделано. Естественно же, в такой ситуации отключаемся и попытаемся включить еще одну игру. Потому что вдруг интересно окажется в кому-нибудь. Все-таки, как телефон с такими игрушками справляется за компанию аккумулятор, чтобы как используется и садится, пока в температура в течение 5 минут у нас уж 39 градусов. Что видите, но стало чуть-чуть все-таки теплее. Ау, где ты, солнце мое? Так, ты что? Да, окей, да, что видите. О, что все включилось, все комфортно. Попытаемся чуть-чуть биться. Раз. Бей, Гизмо. Гизмо, привет. Ага. Я. Ну, Гизмо, теперь. Ага. Сейчас надо кинуть его. Правильно? Окей. Ну и теперь. Чтоб зубы Гизмо бомбить. Дай. Я. Опа. Как красава. С ноги да, добивай. На. Ай. Все. Гизмо, ты слабак вообще. Реально. Ну, видели, за 4 секунды я вломил. Но все-таки. Да, в такое. Красава. Так. Деньги. Всякая фигня. Окей. Стартуем дальше. Экипировка по памяти надо нажать, да? Да. Сейчас будем прикинемся немножко. Окей. Кинжалы. Ну что, ребят, ждем. Сейчас с кинжалами чуть будет поинтереснее, я так думаю, играться. Ай! О, блин! Ах ты плохой Гизмо. На. Вот это влепил ему бодро, конечно. Так, бум. Да-да, а вот прикол, конечно, был. Да что ж ты меня добиваешь, говнюк? А я. Опа, вот это я ему красава. Так, с такими темпами я чувствую еще чуть-чуть, и Леньке будет больно. Тогда бей же ты его. Блин, мазафака. Хуя! И не достал. Последний удар, блин. Все. Да-да, ребята, что видите, вот с кинжалами оказалось, что у меня чуть-чуть, ну, куча туговато, и толковой битвы, вот, ну, куча-то не получилось, конечно, не то. Отключаемся, я так думаю, что будет, ну, куча-то неинтересно. И попытаемся, естественно же, включить еще асфальтик. Включится или нет, мне же самому интересно. Или комфортно идти будет. Ну, в принципе, у нас 464 и процессор относительно терпимый, я так думаю, что все будет идти комфортно и включаться. Сейчас все испытаем и увидим в конечном итоге, что, куда и как. Пока думает, ребят. Так, ага, сори. 3-4. Мужик. Есть. Нафиг. Настроечки, конечно же, включаем, чтобы увидели звук дисплей. Я по музыке, естественно, отключаю. И картинка, чтобы включена по максимуму. Да, продолжить, конечно. Испытаем все-таки игрушку, что в принципе, ну, телефон оказался интересным, но вот если честно, для меня все-таки, ну, куча Lego S8 был поинтереснее. В
скажу честно, ну, шикарнейший оказался куча дизайн, по камере интереснее был, ну, что все полностью. А там, что 3.32, что 4.64, я так думаю, что в таких телефонах, как Lego, то вы сильно отличия и не увидите. Ну, вот если честно, я так думаю, по крайней мере. Так, пока думает, 3 часа. Температурка пока, ребят. Ого. В чем прикол, что телефон стал чуть-чуть теплее. И стартуем карьера. Естественно, в карьеру у нас будет идти. Нет, знаете, вот я все-таки, скажем так, уж попытаюсь еще здесь чуть-чуть покататься, что вдруг все-таки получится у меня. Джин-джин-джин-джин-джин-джин. Понеслась. Я вам, знаете, что скажу? Вот с таким экраном, ну, первое впечатление вообще, что все круто. Картинка шикарнейшая идет. Но вот если честно, я не знаю, у меня, ну, первое впечатление, что все-таки телефон чуть-чуть тормозит. Я не знаю, чего, конечно. Ну, если честно, мне кажется, что все-таки он чуть-чуть тормозит. Хотя, может, и все комфортно идет. Давай, вписывайся в те повороты, блин. Так, здесь по памяти фигня какая-то должна быть. И что, влепиться в конкретно здесь можно? Да-да-да, я уже помню. Но тут уже чуть-чуть интереснее с такой компанией, я вам скажу, играть. Но что первым я окажусь или нет, я, честно говоря, думаю, что нет. Красава, как я, блин. Догоняем, попытаемся хотя бы что-нибудь сделать. Так, по памяти, что где-то здесь когда-то было нитро. Синенькая бутылочка есть, накатили. Теперь чуть-чуть турбо включаю. Ай, сюда и давай. О, видите? И комфортно я вписался, я в конечном итоге, что все, в принципе, вполне терпимо. Но что плохо, все-таки оказался третьим. Пока. Конечно, вот я вам скажу, что картинка шикарнейшая идет. Но вот все равно вот мне чуть-чуть, что и замечаний, что, знаете, вот, что первое впечатление, что телефон чуть-чуть все-таки тормозит. Зима и снег. Опа. Попытаемся вписаться сюда. Давай, давай, еще чуть-чуть. И все, в принципе, вполне идет good. И сюда. Так, еще чуть-чуть. И в домик попадем. О! Нифига себе, еще чуть-чуть, я окажусь третьим, да, шикарный шов. По-моему, пока все классно идет. Ну, естественно, как обычно, тут ступлю где-то сейчас и окажусь на последнем месте. Блин, ать, ничего, попытаемся, что вдруг все-таки получится что-нибудь. Кто быстрее, а я-то быстрее, чем ты, еду все-таки. Ай да молодец. По чуть-чуть идем сюда, финиш. Давай, 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 давай. Ура! Шикарнейшая, что видите, все-таки я первым оказался. Ладно, ребят, естественно же, отключаемся в такой ситуации и попытаемся же включить еще очередную игрушку. Я не знаю, скачал ее или нет, мы же попытаемся. Если включится, то слава богу. Если не включится, в таком случае стартуем другую игру. Guns of Boom называется. Ну и загрузка. Не, что думаю, включится сейчас.
едем, едем, едем. Да, чтобы видите, пока скачивается, естественно же, в такой ситуации отключаемся и стартуем, что попытаемся включить еще одну игру. Я так думаю, что, ну, что в любом случае все путем будет. Температура. Ого, что видите, что все-таки стал чуть-чуть, ну, теплее. Но в чем плюс, что вот, скажем так, чуть-чуть сэкономите на отоплении зимой. Такой ситуации. Я вам скажу, что картинка шикарнейшая идет. Что в плане графики игра-то супер. Да, есть. Так, если захотели, у нас включается, что функция ускорения есть. У вашего пулемета дальность. Опа, разворачиваемся. Так, по-моему, я кого-то... Я попал хотя бы или нет? Обнаружен противник. Сзади развернуться и приблизиться к нему. Попытаемся приблизиться. Ай. Ой-ой-ой. Ну и... Так, я включаю... ускорение и снова попытаемся чуть-чуть стрелять. Используя двойное нажатие. Ага. Да-да, вот видите, читал бы инструкцию, то все нормально было. Даже нажал double tap. Ага, что включается и чуть-чуть быстрее летим. Но толку. Знаете, вот я вам скажу, ну, сейчас скучно и не сильно интересно. Ура! Цель уничтожена. Еще один противник, на этот раз вам доступны ракеты. Но я вам скажу, что здесь уже будет чуть-чуть поинтереснее идти процесс игры, я надеюсь. Только единственное, что и с поворотом что скучно и долго все делать. Да блин, что ж ты это так долго поворот? Ура! Нашли какого-то чувака. И что? Есть, если видите, ну, что в чем прикол, что в перспективе стреляете, то все вполне терпимо идет. Давайте отмотаемся сюда, трусу, зад. Да поворачивайся ты, блин, калека. Ура! Опа, what's up? Так, есть. Ну, скажем так, я, ну, что думаю, что в перспективе окажется игрушка интересная. Но вот, если честно, я в такие вот не сильно играю, и мне не нравится. Отключаемся в такой ситуации. Что там у нас из Arms of Boom? Да, что все в перспективе и качается, и скорость интернета, скажем так, не сильно способствует такому. Что, извините, в таком случае, ребят, пока отключаемся и стартуем. Естественно же, танки. Я так думаю, что включится с первой попытки. В чем прикол, что куча все включается и грузится у нас. И все вживую. Давайте глянем, что с температурой пока. Ого. Я вам скажу, ну, что чувствуется, что телефон стал теплее все-таки. Так, ну, куча конкретно теплее. Есть. Окей, что включились. Да. Сюда. Окей. И ждем. Я так думаю, что пока включается, я сделаю чуть-чуть сближение, чтобы вы в картинку, ну, куча и в перспективе, ну, куча FPS-ку еще увидели. Тише. Чуть сделаем. Так, еще все включилось. Все good. Пока, по крайней мере. Что с аккумулятором? 30%. Ого. Я вам скажу, что вот именно аккумулятор, ну, куча кушается по полной установочки. Абузеров. Так,
изначально, что испытаем, что включить из минималками его, что включится или нет, я не знаю. Но, ну, комфортно ли будет или нет, и что все-таки, ну, телефон за $120, то, в принципе, ну, вы сейчас знаете, вот есть за такие деньги вы и купите и Cool первый, и Lego S8, что, в принципе, ну, вообще есть из чего выбрать. Ожидания игроков, что вся компания в сборе, и пишется, что FPS-ка, что, в принципе, считаю, что 50-ка идет. Но я вам скажу, что цифры, то, в принципе, терпимые, что 38, ой, что превосходство, вот я терпеть не могу, если честно, играть. Что стабильно дует, и пишется, что 40. Если честно, я думал, что телефон будет покруче, покажет показатели именно в плане, что FPS-кой. И, блин, убегай, пока не поздно. То сейчас же из тебя сделают лепешку. Ну, попытаемся, ребята, еще вдруг что-нибудь да получится. Там, я смотрю, кто-то еще в кустах есть, но пока что не все попрятались. То я думаю, оптимально идти в бой пока сразу. Да и все. Ага, а толку с попадания, если эффективности от него почти ноль. И пока, опа, опа, и шифруемся. Так что в чем прикол? Ну что писта в 36 пока, что FPS, ребят, в принципе, показатель вполне терпимый, что попытаемся споймать этого засранца, не попал, ничего, я сдаваться не собираюсь и еду к нему сам. Ага, я так понял, что со спины, и что кто-то обошли и вломили ему. Идем сюда, спрятались за трупом и попытаемся шмальнуть. Ура! Оказалось, что я попал в кого-то даже. Круто. Так, шестой остался у нас еще единственный, ребят, пацан. Так куда ж ты? Иди лесом. Ну, я так думаю, что с такими темпами, что в чем плюс, оказалось, что мы все-таки победителями. Ура! И 36, ну, же пишется FPS-ка. Ура, мне еще победу дали. Шикарно пока. Окей, одну секундочку. И стартуем еще раз. Но танк уже и какой-нибудь поинтереснее. С толковой, с пушкой, что, в принципе, оказалось, ну, куча у меня здесь. Я думаю, что бой будет интересно. Но что плохо, что в песках. И что вот я сколько здесь не играю, то, ну, скажем так, и с песками у меня с такой картой чуть-чуть, ну, куча туговато заканчивалась. Ну, куча и игра, и бой. Так, ага. Встречный бой у нас идет. Что, ребят? Попытаемся, что писа FPS-ка в 35 и 42. Но я вам скажу, вот если честно, я думал, что телефон будет, ну, чуть-чуть поинтересней. С, ну, в принципе, и с толковой, ну, и с начинкой, и с минималками, чтобы, ну, FPS-ка такая была, вот я вам скажу, что это плохо. Что это свидетельствует, что оптимизация у системы не ахти. Вот и все. Давайте попытаемся, он там сидит какой-то пост. Ага, оказалось, что я еще не попал. А давайте, что, фугасными. Что 3 часа перезарядка будет идти. А вдруг, да, попадем. Ура! 144. Я вам скажу, что вполне good. Так, попытаемся освободить для папы территорию. Ребятки. Ребятки, освободите для папы территорию. Привет. Ай, не попал. Ой-ой-ой, помогите. Так, пока в кусты. Ой-ой-ой, меня кто-то красивенько в спину ай, блин. И в кусты сразу. Вот засранец. Ничего, сейчас я так думаю, там со спины ему дадут пацаны наши.
Ну и толку с пробития есть. Ура, пацаны! Шикарно, пока все идет. Давайте все-таки, ну, попытаемся еще лупануть по этому нехорошему человеку. 53. Все на все. Пока. Ай! Ай! Да. Что видите, ну что все-таки стыкаемся с таким, что, ну, куча танковать я, в принципе, ну, толком и не умею. Но что попытаться, ну, что все-таки стоило. Что, в принципе, вот я считаю, что, ну, куча интересный был бой, если честно. Но здесь на вкус и цвет товарищей, естественно, нет. Давайте попытаемся еще раз, что у нас еще осталось 4 минуты, чтобы я сказал, ну, куча, сколько съедает аккумулятора в течение полчаса. Встречный бой, храм, карта. Тише сделать надо, знаете, стабильно и с ютубом кипишь из-за этого. Окей. Шиписта, считай, что 60, что FPS, конечно. В чем прикол? Ну, куча, чем больше ты играешь, тем лучше показатели идут. Так, все где? Один есть? Давайте, ребят, попытаемся. Давайте сюда, наверное, лучше идти. А вдруг все получится. Игра, в принципе, вполне комфортно идет, но вы учитываете, что, ну, куча, включено все с минималками. Так, по карте, опа, привет. Да. Здесь не оптимально чуть-чуть было ждать. И, ой-ой-ой. Там еще один будет сейчас. А второй где? Привет. Ага, этот сюда спрятался. А здесь будем ждать. Еще кто-то есть у нас? Так, привет. И за компанию. Я, естественно, ему чуть-чуть довлепил. И снова. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ребятки, это жесть. Так, пока, думаю, мне надо оптимально чуть-чуть в кусты уйти. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. А бронебойное место валить. Пока в кусты уходят. Ай. Да, вообще, видите, оказалось, что обошли меня со спины и сдули. Но в чем прикол, что куча FPS-ка спустилась, ну, считай, что, ну, 35 во время, ну, куча боя. Я вам скажу, что куча показатель, вот, ну, куча не сильно комфортный и удивительный. Пока включается и играет, я температуру измерю сразу. Что же нам покажет? Ну, скажу честно, ну, телефон конкретно стал теплее, и плюсов я вам скажу, ну, что плохо, что в такой ситуации согреется. Естественно же, мы отключаемся, ребят, и смотрим систему. Какая ситуация у нас здесь. Что включается и в памяти остался. Что-нибудь еще, допустим, Shadow of Fight. В чем плюс, что все игрушки остались, что в памяти, и, в принципе, все вполне good. И, ребят, тут смотрите, считаю, что в полчаса аккумулятора 16%. Скажу честно, ну, куча по опыту, что показатель что хреновый. И для игрушек вы здесь, что, в принципе, не сильно, ну, куча поиграете. Вот и все. Всем спасибо. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Пока.